сидит на берегу, на бревне. Вчерок был, сидел. Не, который там был. Ясно. Озеро вон. Можно маленечко потише проплыть, посмотреть, может, перед озером будет.
любит вот по вот этому берегу быть. Да, так, за поворот. Часто здесь видел.
здесь выходит. Вон те, видите, ёлки стоят, 5 штук. Как раз туда выходит. А? Не понял? Ну хуй его знает. Ну в нее тогда маленько заплывем он там. Можно пробежаться вдоль берега, может вот стоит. Ага. Но вдоль речки. Выйдем мы тут, не? Выйдем тут, не? Не залитая? Слева. Просто. А, это черок ебаный.
Справа, слева. Вышка, что ли, здесь? Здесь, да, где-то она?
Отсюда, короче, до той речки 5 километров. Ну где мы ночевали? Или 6 лет, что-то такое, но не больше. Короче, до сюда 1,5 часа сплавляешься, просто по воде. А если, грубо говоря, 5 час сплавляешь, ну пускай 7 километров, да, где-то. Это, наверное, до второй, которая будет справа. И поэтому они и плюхнулись, ага. Охуеть. Где? Ебать, вот это затор. Нам, наверное, вот сюда диаполь надо, к берегу. Уйдет, ага, перчатки намочите сейчас. Вы его сюда хотите? Давайте вы за него держите, я его сюда побуксирую. Yeah.
Но он пройдет скоро. Вода чуть-чуть упадет, он ебанется. Где-то утки прякают вот здесь. Слева диапазон. Они же садились сюда. Осина была погрызена. Там бревно стоит или плывет дальше. Фондатор, наверное, на солнышке пригрелась. Грудак не мерзнет?
живот не мерзнет? Мерзнет? Я вот так же летом прикрываю, заебись. Плывет. Мне тут нравится, красивый. Особенно, когда чуть вода упадет, вообще охуенно смотрится. Отсюда с плавом полчаса до этих лиственниц. Ворона. Справа. Вон тело. Села прямо метров 150. Вон где осина наклоненная, взлетела. Справа полетел, блядь. Низко.
один такой поворот крутой. Речка. По-моему.